Когда я была маленькая, мы всегда торопились домой после прогулки, чтобы успеть посмотреть мультики. Сейчас, благодаря современному телевидению, дети могут сделать это в любое время. Но появилась другая проблема. Как оградить своего ребенка от просмотра нежелательной информации? Ведь не всегда родители могут быть рядом. Мне нравится, что у нас на высоком уровне не только технологии, но и безопасность. Мамы могут быть спокойны. Вот почему мне нравится жить в Эстонии. В детском уголке Телия можно найти любимых героев и вдохновение на каждый день. Телия. Твои развлечения, твои правила.